Господину Уткину, как депутату, продолжающему работать на постоянной основе, предложен другой кабинет. Кроме того, по информации «Коммерсант Прикамья», Юрию Уткину было направлено предупреждение о недопустимости прогулов заседаний Думы. Декабрьское и ноябрьское пленарные заседания бывший спикер пропустил. Напомним, решение о прекращении полномочий Юрия Уткина в качестве председателя Думы депутаты приняли 27 октября. За это проголосовали 32 из 34 присутствовавших на заседании депутатов.